Team Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор и работник. И сегодня мы продолжаем проходить сюжетку Team Sonic Racing. Надеюсь, вам интересно, надеюсь, вам приятно и надеюсь, что вам весело. Для начала давайте сразу зайдем в мод капсулы, заберем все вкусняшечки, что у нас есть. Все по полной программе, все по фэншую. О, да, вот, сейчас не хочет. А, она не хочет, она. Не спрашивайте, что здесь происходило. Главное, что все произошло как надо. Так. Парочку бонусов собираем. Ракеты. Виспи, давай уже. Быстрый Наклз. Зачем делать сигнал стук, если не слушать стук? Легендарный багажник сокровищ. Красота. Полная коробка суперзахват. Это, кстати, хорошо. Так, везучий белый разбор. А почему везучий? Давай. Легендарный вечный двигатель. А почему спереди? Хоть сзади стоял. Оранжевые ракеты упадают за очень много часто. Хорошо. Омега, легендарный термоядерный реактор. Дополнительное ускорение. Гоночное ускорение. Классический А. Фиолетовая частота. Легендарная суперзащита шага. Везучий белый разгон опять. Легендарный гипердвигатель Соника. Фиолетовая пустота. Улучшенная командная суперсила. Легендарный ударный капот. Везучие черные бомбы. И быстро заряжающие суперсила. Вот это, наверное, можно будет использовать, кстати. Очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Так. Что ж, команды приключения и погнали, товарищи. Так, в прошлый раз мы с вами закончили на командном гран-при с зеркальными треками. Сейчас командное испытание кольцами, то есть собрать кольца можно и получить сюда доступ, но сюда смысла идти пока нет. Нам гонка на выживание нужна. Хайдл Вулкан. О, вот это будет сейчас. Ой, как жарко. Извините, записываюсь во вторник утром. Обычно я в это время курсами занимаюсь, но поскольку вот игра решила запуститься, она в воскресенье хотела запускаться, а вот сейчас запустился, я вот сейчас записываю, пока есть возможность. Погнали, давайте сюда. На гонку собрались большая толпа Чао. А, да, и Чао, если что, это организация, поможет самому шпионажу на этих гонках. Так, обычный уровень берем. Ух ты, уже сразу поставилась коробочка. Нет, нам не нужна сейчас командная суперсила, мы не будем ее тратить. Давайте мы увеличим мощность двигателя. Вот это лучше, хорошо. Она идеально здесь подходит. Здесь главное устоять. Так, кого мы возьмем в этот раз? Это Хайдл Вулкана. Давайте Чао возьмем. Правда, я их не ускорял, не улучшал. Но Руш здесь идеально тоже подойдет. Она выдерживает... все подходящие зоны у нее и скорость повышенная. Майлза хорошая турбо. У Тейлса. Управляемость вообще самое то, чем у Руш. Но у Руш скорость получше. Давайте Руш возьмем. Can't wait. Да ладно, Руш, тебе же нравится. Не надо так возмущаться. Так, ну и погнали.
Чао-чао. What's all that yelling about? Чё все здесь раскричались-то? Эти чао на трибунах совсем не сошли с ума. Куда они показывают? Нам там что, кто-то прячется? Опять этот здоровяк. Интересно, он знает, куда делось мое облако Фроги? Чао. Мерзкие создания. Завок? Все лучше и лучше. В смысле, хуже. Он с тобой, что ли, Эггман, заодно? Что? Нет! Я определенно не ожидал его здесь увидеть, и я определенно не давал ему никаких секретных поручений. Рад, ты здесь, Завок, можешь присоединиться к моей команде. Надеюсь, Завок любит проигрывать. Я все слышал. Почему ты никогда не отключаешь кнопку микрофона, идиот? Я люблю кнопки. Архайден Волкано! Чтобы вас не отсеяли, держитесь во главе гонки. Гонка на выживание. Я буду повелителем этих треков. Гонки готов. Обожаю это. Погнали, Руж. Честно говоря, я не нужен здесь командной гонкой. Я думал, не смогу гонку на выживание. Ну ладно. Так, отлично, Омегыч. Молодец. Давай, 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 давай. Есть. О. Так. Вот так. Погнали. Вперед. Вот мы и вырвались. Инициарное ускорение. Молодец, Санька. Так. Вперед, вперед, вперед. Омега была. Омега, ты что ты мне подставляешь? Прям видели, мне назад под коробку прям бросал. Нет, за прыгающей мишкой, говорит он. Так, это я им передаю. Так. Прекрасно, Шрику. Грубо, Руш. Грубо, зато эффективно, Майлз. Биг выпал, Метал Соник выпал, Соник выпал. Так. Yes, порвались. Нам сейчас как раз ускорение не помешало бы. Но мы сам пока на первом месте, это меня радует. Успешно, жрите! Не знаю, попал кого-нибудь, не попал. Так. Вперёд. Ай, зараза! Нам повезло. Они поставили эти грибные скалы в самом начале. Вот так пусть. Может, кого-то попаду. Кто знает. Стена против робота, стена одерживает верх.
Тейлс выбыл. Ну, пока выдерживаем, это хорошо. Молодец, Омега. Это я заберу. Эггман, ты сам просился. Я в доктора попал. Держи ровно, чтобы я мог разогнаться. Давай, разгоняйся. А я пока количество очков получу. Хороший универсальный водитель. Мне прям нравится ее машина. Ай, за... Кто поставил сюда прямо ровно под мою зону приземления? Роуз, чё это она? Вперёд, Роуз! Нет, нет, нет! Чёрт, на последний, это бесит. Эггман выбыл. Ну ладно, мы хотя бы устояли. Уже устояли? Да, мы устояли. Ой. Вот это необычная ситуация. Но мы сами неплохо удержались. Правда, у нас не первое место. Не первое место. Ну, не страшно. Главное, выжили. Поверить не могу, что тебя раскрыли. Ты определенно не мастер прятаться. Ты хотя бы достал ту штуку, о которой мы говорили. Нет, она ускользнула от меня. Я наверняка ее прячу в каком-то неизвестном нам месте. Правда? Думаешь? Черт, меня окружают идиоты. Надеюсь, ездишь ты лучше, чем прячешься. И мы тоже на это надеемся. Мы тоже надеемся, что Залк ездит лучше, чем прячется. Так. Занос меньше 3 раз. А, то есть занос вообще уходить даже не надо здесь. Ну, красота. Что ж, дальше у нас следующий выбор этапа. Пошли посмотрим. Зона пустынь. Командная гонка. Sand Road. Зеркальный трек. Неплохо. Финишируйте в топ-3 в личной гонке. И музыка здесь такая бойкая. Мне прям реально нравится. Эти гонки берут свое. Да, они берут свое. Обычный. Так. Вот я думаю, кого взять? Майлза или Руша? Они оба хорошо сюда подходят. Давайте Майлза в этот раз. Так, а что мы дадим? Сколько тут все-таки командная гонка? Давайте зарядка. Пусть заряд будет быть быстрее. Турбо у него максимальная, управляемость хорошая. Вак-вак. Погнали. Ох, гонка становится все жестче и жестче. У меня сила на исходе. Они привели Завок и подняли ставки. Нам надо сделать свой ход. Какой ход? У нас нет никаких ходов. Залог меня не волнует. Мы его и раньше побеждали. Победим сейчас. Мы до сих пор не знаем, что им от нас нужно и зачем они все это затеяли. Мы даже не знаем, кто в этой истории злодей. Злодей всегда Эггман. Вопрос только в том, кто еще замешан. Нам надо крепиться и продолжать гонку. Надо будет потом взять отпуск. Можно пойти на рыбалку? Sand Road, зеркальный трек! Команда, не расслабляемся, у нас все получится!
И шикарный Машина Тейлз. Вы посмотрите, кстати, зеркальный трек так хорошо выглядел. Свет идет всегда с одной стороны, но даже просто визуально все смотрится уже по-другому. Ёж! Посмотрите, просто идеально, совершенно другое, совершенно другая гонка, совершенно другая локация, по сути. Сделали просто зеркально, но уже это совершенно новый опыт. Молодец, Доктор! Чёрт! Да давай, 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 давай. Так, Бигас-то знает, куда надо ехать. Проносимся. Самое то для механика. Давай, Тейлз. Ай, зараза! Кто попал в меня? А, Доктор за мной ехал. Пока пособираем. Он тонул. Да не едь ты в воду, ты грабан даешь. Ты же не любишь ее. Так, давай, ёж. Давай, есть. Давай, 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 давай. Вот это уже получше. Давай, давай, Тейлз. Вперед, Тейлз. Черт, он меня ракет пускает постоянно. Так. Гребаная Бигаста. Да! Руш! Это точно Руш была, говорю вам. Или это Биг? Так, у нас... Вот что-то нам не везет пока на гонку. Ну-ка! Надо сейчас передавать и просто ускоряться по максимуму. Забирайте. Нет смысла сейчас тактики ракеты. Да, это у Бига было. Шэдоу нас даже обгоняет. Так. Ладно, нам главное в финале команду суперсилу эффективно задействовать. Спасибо, дружище, говорит. Так, пока рано. Мы невероятные! Вот она, командная суперсила! Давай, Тейлз! Молодец, молодец, есть! Победа! Шикарно. Таких шикарных видов. Чего нельзя просто вот... Или можно? Дайте попробуем. Кнопки закрывать? Нет, не закрывать. А вот это видно. Вот просто стоит скрыть меню и посмотреть, как вот это все гоняется. Просто так вот поставить на паузу и смотреть на эту красоту. Видите? Шикарные виды пропускаем. Надо это подумать. Может, это можно сделать, программу делать. Было бы забавно. Но мы неплохо, все прорвались очень хорошо, прорвались очень успешно. Это распяк.
смотрите, вот реально, ну шикарный вид. Вот так, если чисто за камеры Тейлза смотреть, как все это едется. Ну шикарно выходит, мне очень нравится. Реально, столько хороших кадров пускается. Вот сделали бы какую-нибудь кнопку фоторежима. Было бы шикарно, мне кажется. Ну, как говорится, что имеем, тем и рады. Ладно. Ну, понятно, Тейлз всех обогнал. И во всех смыслах. Погнали дальше. Прекрасная работа, команда. События разворачиваются прекрасно. На Калгонке растет, и я получаю все, о чем только мог мечтать, и даже больше. Мои планы всегда проходят на ура. Самая короткая анимация из всех, что я когда-либо видел, и ни разу не используйте висп. Это уж потом. Любопытно. Ну реально, эта гонка проходит очень интересно. И смотрите, нам сейчас надо будет идти по нижнему, чтобы выйти к финалу истории. Соответственно, идем пока вот здесь, командная гонка. Clockwork пирамида, стандартный режим. Здесь Skyward. Ну, здесь смысла идти нету, я не вижу. Только разве что баллы набирать, ну вот сюда дойти. Но это уже когда будем на стримах делать. Кстати, напоминаю, ребят, на субботу у нас расписание по времени изменилось. Посмотрите обязательно и поддержите это видео комментарием. И лайком. И подпиской, если вы у нас новичок. Ладно, отправляемся. Clockwork Pyramid. Итак, гонщики, испытайте свои возможности. И мои усы. Точнее, его усы. У меня-то о них нет. Я их сбрил еще в 22-м году, и мир сошел с ума из-за этого. Так, ну это Clockwork Pyramid. Здесь лучше всего подойдет, конечно, Blaze. А это ее зона. Ну, прокачана она просто идеально под это, что я с этим поделаю? Shall we begin? Поскольку это командная гонка... Дрифт. Здесь очень много дрифта, поставим дрифт. Ну что, погнали? Хватит с меня гонок этого старикашки. Мне нужны ответы прямо сейчас. Выкладывай, что здесь происходит, Тануки, или худо будет. Злобная ехидна показала свое обличье. Интересно. Сбавь обороты, Наклз. Эспио только что доложил мне, кто такой Дадон Па на самом деле. Что ж, расскажи нам. Тут сказано, что Додон Па президент Додон Моторс. Это же крупнейшая автомобильная корпорация во вселенной. Это не все. Он еще король на планете под названием Королевство Додон Па. Ха, такого я не ожидал, честно говоря. Я же говорил, он милый, и он король. Это же хорошо, да? Clockwork Pyramid, леди и джентльмены, а Биг, как всегда, гением оказался. Теперь, когда я знаю, кто такой Додон Па, я могу успокоиться и участвовать в гонке. Да, твой инженер очень горячий. Давай, Сильвер, под зарядочку, пожалуйста, мне. Вот это прогон. Так, брось с дороги. Давай. Эми Роуз. Гребаный. И же подобное создание.
Я сейчас на Metal Solid проехался. Как неловко. Ай, зараза, задело всё-таки. Так. Я припомню тебе, Double Ace. Да, только меняй, пожалуйста. Может быть, чуть-чуть. Тут очень много песка, кстати, я забыл. Наверное, надо было таки Майл собрать. И справились. Так, давай. Блейз! Я пока никого не вижу сзади, но это не значит, что за нами никто не едет. Так, это металличка. Так. Так, сейчас выйдем на ровную поверхность, и нормально будет. Вперед! О, самое удачное место я выбрал. Мне так везет, породы такие. Давайте забирать товарищей. Давайте ускоряйтесь уже. Да, не за что, Сильвер. Так, там сейчас будет включаться пар, видите, я же говорю. Вектор, что ты там не разгоняешься, зараза ты? Ну, пушистый как один. Я Вектору отдавал. О, ну ладно, тоже прорвешься. Вектор вообще ничего не использует. Ты вообще-то будешь прокачиваться или как? Крокодил, ты недоделанный наш. Крокодил отказывается работать. Ну, да, видно, он выполнил свою задачу. Так, я слышал плохой визг. Сильвер, мне ты зачем кубы бросаешь-то? Так, передаем. Вот, неплохо. Ай, зараза-то! Так. Передаем, пока живы. Ускорение! Кто-то нас тоже обгоняет. Жрил себя. Да, для буста нам сейчас не помешало бы. Но просто что-то врезалось, я заметил. Я по какому-нибудь передам. Вот неплохо прорвались. О, гребаные алмача. Давай. Есть. Сильвер, держи марку, не отставай. О, я тону.
черт, нас всем гоняет уже. А так хорошо держались ведь. Черт. Ну ладно, главное выдержать. Да! Что за? Что-то прям не везет нам. Ну, хотя я записываю в будний день. Пик не сам последний, Вектор сам последний. Навряд ли, мы заняли, скорее всего, второе место. Да, второе. Причем с большим отставанием. Ну ладно, не страшно, если что, всегда сможем переиграть. Как, ну, я имею в виду, когда будем проходить на стримах, так что не страшно. Что у нас там дальше? Роза. Она ведь бы хотела, я взял ее. Ладно, возьму тебя в следующий раз, на любую гонку, не важно. Хорошо, что ты не на стороне Эггмана. На стороне? Я не на чьей-то стороне, я на обеих сторонах, я просто стремлюсь к идеалу. Человек, Тануки, который стремится к личному идеалу, за это респект, это респект. Что ж, погнали дальше. И дальше этап 6.3 Ice Mountain. Получить серебряную медаль «Сорви голова». Пройдите этот этап в любом случае и получите одну из следующих направлений. Ну, давайте попробуем, давненько мы не были. Тут как раз Роуз с тобой понадобится. Мое мнение о Додонпа улучшилось, но у меня все еще куча вопросов. И желание украшать им вкусненькое. Ну ладно, я обещал мисс Роуз. Давайте, мисс Роуз. Вы пойдете у нас. Okay. Ладно. Если ты президент автомобильной корпорации, то почему проводишь эти гонки? И почему ты нас пригласил тайком? Все очень просто, летучая мышка. Мы создаем самый быстрый и самый мощный двигатель во вселенной. Я зову его двигатель суперсилы. Очень секретный. Очень-очень. А почему у тебя нет ни оборудования, ни персонала, чтобы проводить гонки? Если хочешь достичь идеала, нужны лучшие специалисты, а у меня они есть. Это ты и твои друзья. Как мило с твоей стороны. Еще вопрос. Раз ты король и все такое, значит, у тебя есть корона и сокровища, полная драгоценности, ведь так? Конечно! А к чему ты спрашиваешь, кстати? А, просто так, солнышко. Ice Mountain. Держитесь ближе к звездным столбам для бонуса. Дрифтуйте сквозь звездные столбы для бонусных очков. Разгоняйтесь с красной стороны звездных столбов для умножения очков. И да, Ру. Хочет что-то украсть, мне это нравится. Погнали. Когда это все закончится, я, может, загляну в гости к королю. Погнали! Так. Так. Бонус летел. Так, есть дополнительные бонусы в эфире. Так. Вот говорят, дрифтуй сквозь столбы. Эй, я задрифтовал! Ладно, будем немножко поднакапливать сначала бонус. Так, давай, Рузя. Лучак,
Есть. Фух. Успели вроде бы так. Время вышло. 71. Даже здесь не набрали. Обидно. Ни бонуса, ничего. Давайте переиграем. Как-то не очень. 1000 нужно как минимум. Хотя бы на бронзу. 1300 на серебро. Давай ими. Так. Я бы сейчас все забрал, отдать тебе штуку какао. Да кто вдруг что-то не сделал? Ау! Согласен, Роуз. Мне тоже не понравилось. Тоже вот это все дело. Так. 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 То есть. О, нормально, продрифтовать можно, конечно, но очень сложно. Все, я застрял, да и все. Ладно, не страшно. Страшно. Но еще меньше собрал, чем можно было. Ладно, не будем зацикливаться. Продолжаем просто. А, мне нужно обязательно ее переиграть. Ну ладно. Хотя бы до бронзы бы получить. Я думал, здесь просто пройти. Ну давайте. Я успел! Серьезно. То есть? Чего не зачитывал с прошлой разы-то? И боковой, кстати, даже заблокирован. Так. Эй, я задел его! Да. Ну неплохо, какой-то бонус получил. Ну почти, кстати, еще и до гонки добрались до финиша. Может что-то и вышло. Я не знаю, сейчас пока доказать тебе. Еще меньше. Я, кажется, замучусь на этой гонке. Хотя бы бронзу получить. Давайте, я даже руку не буду включать. Так. Могу убить за чашку горячего кофе. Наверное, лучше сначала сейчас нам пособирать все остальное. Вот так вот. Бонусы мы собираем. Потом будем умножать их. Давай.
Так. 76. Ну, неплохо, конечно, лучше, чем в прошлый раз. 834, но это еще ничего не хватает для прохождения. Нам нужно хотя бы бронзу получить, чтобы пройти. Но это уже лучше. Bye-bye. Пока! Так, вот попасть не могу. Так. Давай, давай, Рузя. Пока держим волыну, пока держим марку. Так, есть. Черт, 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 черт. Практически даже до туда добрались. И все равно даже не уложился в результат. Ладно, давайте еще один заезд сделаем. Если получится, хорошо. Не получится, не страшно. Потому что я так смотрю, нам не дают пройти дальше. Пока мы не пройдем вот этот трек. Так. Так, тут я не задел, к сожалению. Да зараза! Так. Давай, Русь. Так, давай, давай, давай. Что он сказал, я не успел почитать даже, но что-то получалось. 831. Ой. Вот не получается, но ох, как замучаешься здесь. Ладно, не будем переигрывать. Пройдем дальше. В общем, на этом пока остановимся. Ребят, надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Да, последняя гонка немножко не задалась на тон. И такая вот сложненькая будет, чем заняться в следующий раз. Что ж, ну а пока что. С вами был Вескер, Umbrella Teaching. Всем до скорой встречи. Всем кто, спасибо, кто смотрел эту премьеру. Ну и спасибо всем, кто пишет комментарии и ставит лайки. Вы лучшие, ребят. Ну а с вами был Альберт Вескер, доктор и подработник, к вашим услугам. До скорой всем встречи и увидимся в следующих приключениях по Team Sonic Racing. Каждый четверг, 10 утра по московскому времени. Удачи! Team Sonic Racing!